Всем привет! С вами Катя ЛПС. И сегодня мы будем играть снова в Майнкрафт. Да, то видео было с моей старшей сестрой Лизой Нески, а сегодня я буду одна. Итак, что же мы сегодня будем делать? Мы сегодня будем типа поэтапно строить убежище при зомби-апокалипсисе. Да. Ой. И сегодня вот так. Вот мы будем на берегу реки. Кстати, первое правило. Правило зомби-апокалипсиса. Надо жить группкой, чтобы разделять там обязанность. Один должен сходить в ближайший лесок или аллею за деревом, другой к какому-нибудь источнику воды, а другой вообще должен пойти искать еду. Да. Но сегодня я буду играть одна, потому что, ну... Ладно, погнали. А вот я наконец закончила. Мне немножко Лиза помогла. Ну все же, вот. Вот у нас что находится. Многим известен майнкрафтский сундук, верстак и печка. Тут еще есть два факела. Их вполне хватает на такое маленькое жилище. И сегодня тут еще несколько кроватей. Сейчас почитаем. Четыре, короче. Ладно, сейчас поспим. Вот, короче, мы сейчас уже все. Скоро будем отстраивать более нормальненько. Вот сейчас мы уже первый с половиной уровень. Так, тут все осталось по-прежнему, только тут уже выше стало. Вот, и еще тут вот заборчик поставили, еще тут у нас наш песик будет тут. Мне пока что еще нет бирки. Хотя я еще креативен. Ну, я хочу быть как в выживании. А так тут все. Ну вот, есть место, откуда можно стрелять. Можно стрелять, и скоро мы сделаем проход, чтобы можно было выходить. Ладно, на небольшую паузу поставим, и будет вам второй уровень. А так вот, вот все. У нас уже второй левел нашей крепости. Вот уже тут появился навес. Да, навес очень нужен будет, потому что, ну как сказать... Если пойдет дождь, чтобы все не мокли. Но пока что в игре у нас еще ничего не нашло. А вот единственный выход из крепости. Кстати, через вот эту вот щельку никто еще не выйдет. А вот тут вот. Вот так вот. Вот у нас тут раздатчики со стрелами всякими. Обычными наконечником зелья здоровья и зелья иссушения. Вот, короче, так вот по мобам стрелять можно. Ладно, спим. А сейчас вот мы наконец проснулись, и мы сможем наконец-то новый левел. Е-ей! Так, все, вот. У нас тут появилась наковальня, тут часы, там вот около пёсика, огородик маленький. Вот сейчас вам покажу, как его зовут. Его зовут Тишка. Да, очень милое имя, да? А так, это третий уровень. Четвертый будет в следующей серии. Ладно, всем удачи, всем пока.